вместе! Все вместе! Ура! Спасибо! Спасибо! Откликнулись на призыв народа Крыма. Что такое сегодня Крым? Крым – это наша душа и наша часть. И ни один враг не сможет угрожать нам с его берегов. Мы на этой площади второй год приветствуем выбор Крыма. Святая Русь, Россия, во все века и времена. Главная идея, которую декларируют президенты, это патриотизм. Мы полностью согласны. Мы говорим о том, что нам нужна русская идея. В постмайданной Украине гибнут женщины, дети и старики. Мужчины, ставшие на защиту своих неотъемлемых прав, жить на родной земле и говорить на родном языке.